Ронда – очень маленький городок между Севильей и Малагой. Можно сказать, что это городок одной достопримечательности. Эта достопримечательность – мост. Мост над пропастью. Нам сильно повезло. Мы жили под мостом. Ну, не в том смысле, как индийские неприкасаемые, а в долине посреди каньона, из которого открывался прекрасный вид на мост снизу. Жили мы в довольно старом домике. Довольно старым, в смысле настолько старым, чтобы я была довольна. Что-то типа смеси хутора и конзавода. В комнате у нас висели кожаные седла и прочая лошадиная утварь. Все, чтобы чувствовать себя или лошадью, или на крайний конец амазонкой. Впрочем, на лошадях мы не катались. Катались мы на машинке и на Рондинский холм въехали на ней. Как всегда, чуток помучились с парковкой и пошли гулять. Скажу сразу, что в Ронде много кошек, поэтому город мне очень понравился. Ронда расположена на высоте 723 метра над уровнем моря, оно же долина. Вид шикарный, дышится прекрасно. Вот зашли в Ронду, только что прогладили кучу котиков. Из всей древней истории Ронды мне запомнилось одно. Во время господства Карфагена местное население в течение трех веков, обеспечивало продуктами питания карфагенские войска в их войнах с греками и римлянами. Ну и, возможно, из благодарности жители Ронды, несмотря на то, что жили в Тьму-Таракане, имели те же гражданские права, что и сами римляне. Вот что значит грамотно поставлять еду. Это очень правильный вид, вид на котиков. Котиков здесь весьма много, как, впрочем, и апельсинов и мандаринов, которые висят здесь просто на деревьях, падают на землю, гниют, и никто их не ест. Никто, кроме нас с вишней. Мы спасители природы. Но в 8 веке Ронду, как и всю Андалузию, завоевали арабы, а освободили ее почти самые последние, аж в конце 15 века. Совершенно безобразно себя здесь вел Наполеон, который умудрился и крепость разрушить, местный Алькасар, и даже уже собранный урожай уничтожить. Черт что! Вы думаете, что знаменитый мост, ради которого сюда только и едут, сохранился со времен мавров? Но пускай реконкисты, фикс 2. Мост этот относительно новодел. Я думаю, что это лучший новодел из всего виденного мною новодельного. Пуэнте-Нуэва. Мост 18 века, высотой 98 метров. Через реку Гвадалевин. Одна из главных туристических достопримечательностей города написана в путеводителе, я думаю, главная и единственная. Каменный трехарочный мост – один из трех перекинутых через ущелье Таха де Ронда, глубиной 120 метров.
Мост был построен по проекту испанского архитектора Хосе Мартина де Альдуэлле. Хосе, естественно, это я заговариваюсь. Строительство продолжалось с 1759 по 1793 год. Однако немножко ранее, в 1735 году, на этом же месте, за 8 месяцев, был возведен... Кстати, вот быстро строить не есть хорошо строить. За 8 месяцев был возведен одноарочный мост по другому проекту, который рухнул тут же в 1740 году и повлек за собой гибель около 50 человек. Вот. Ой, а небо, небо-то какое красивое, несмотря на обрушение моста. От речки Гуадалевин не осталось сейчас практически ничего. Так, маленький водопадик и небольшой прудик. Сюда вниз можно спуститься по скользкой тропинке, по которой моя обувь шла плохо. Зато дошел Костик и сделал пару неплохих кадров. Спуститься туда вниз к водопаду. Ну вот, собственно, и вся ронда.